Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России. Он прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса и поблагодарил медиков за самоотверженный труд. В связи с угрозой заражения следующую неделю президент объявил нерабочий. Заработная плата сотрудников будет сохранена. Выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля. Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней, продолжат свою работу. Путин подчеркнул, что длинные выходные предусмотрены для того, чтобы снизить скорость распространения болезни.